Omni Rocket Socks. Здравствуйте. Понимаешь? Привет. Three. Водка хорошо. Одна песничка. Пусть всегда будет солнце. Три танкиста, три веселые друга. And Катюша, and хорошо. Oh, I know another one. It was... Та-т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 а. Пошел команду из земли, эта ночь решила и самурая. Вот. Батарея. 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 What's that? Bulgarian group. Bulgarian? Yeah. Group? Yeah, which? BTR. BTR? Свете от луната ти? What? Какво? I don't remember actually the word. Между... И не искам вече да поверам. Ah, it's very good song. And also I don't like these two girls from Russia. How they were. Two girls. Tattoo, I don't like them. No. Thank you, you are the best. Romania. World Cyber Games are the best. Pro gaming. He's a cheater. He's fifth. Yeah, fifth. I beat the two Koreans, even one on stage. Very good, very cool. Yes. He is Netherlands, you know, marijuana, drugs. And where come you from? No, okay. No comment. Russia. Boris Yeltsin, look. There. Oh, no. Good. Я хочу домой, блин. Да, что? Домой хочу, шо, я замерз. Хочу хавать домой, все, мне не делаешь. Что ты сказал? Очень жалко, что Йеллоу так вот плохо сыграл в начале. Но то, что он творил потом, после того этого начала, очень хорошо. Мне понравилось. Жаль, что он проиграл. Да, меня зовут Денис, известный как Херлинг. На самом деле Харлинг. Всем привет. Россия победила в двух номинациях. Quake 3 Arena и Counter-Strike. Алексей Смаев, Акан Кинд, победил в номинации Quake 3. Это игрок из моей команды. Я очень рад его успеху. Он показал на то, что он способен. Наши друзья, команда M19, также заняла первое место. Они чемпионы мира по Counter-Strike и фактически олимпийские чемпионы. Я очень рад за их успех. Победил их командный дух. Мы в Корее, тут круто. Сейчас будет награждение. Привет, Гринджек. На самом деле результаты оправдали все наши ожидания. Мы имеем фактически 3 золотых медали. Я не то что счастлив, я просто очень счастлива. И счастлива вся Москва, и счастлив весь Петербург, и счастлива вся Россия. И Украина, я надеюсь, тоже. Вот. Съездили замечательно. Ребята выступили просто очень хорошо. То есть во всех отношениях. Я очень за них рада и желаю им всего хорошего. Меня зовут Михайлов Игорь. Я Ник Вервольф. Играю в Quake 3. Приехали из Казахстана. Но я очень рад, что сюда пробился. Это для меня, я считаю, большой успех. Тем более, живу я не в столице. И прошел. Но мне здесь очень сильно не понравилось то, что все корейцы английский вообще не знают, и с ними очень тяжело общаться. И даже сейчас на финале они все равно все говорят по-корейски друг с другом. То есть это как не для зрителя сделали. А отношения, в общем, здесь очень хорошие. Все улыбаются, все тебя любят. Никто не грубит. В деревне очень хорошо кормили. Хоть нам и говорили, что будет плохо, но шведский стол, все было по-европейски. А в деревне там пол был с подогревом, телевизоры, каналы, ванна. Ну, то есть все было на высшем уровне. Молодцы, хорошо все сделали. Большое им спасибо. Хотел бы пройти на следующий год, на 2003 тоже. Привет всем. I am Sujoy Roy from ES Reality. It's been an interesting few days, but it seems like Russia won everything. But at least we got a silver medal for the UK. Хвостов Владимир, менеджер компьютерного клуба М19 Санкт-Петербург.
пару слов. Мы набились нормальных. На данных соревнованиях я являюсь тим-менеджером российской сборной. Добились хороших результатов, то есть мы заняли первые места в Counter-Strike, Quake 3, дуэль. Так что всех поздравляю, всю Россию с нашей победой. Привет, меня зовут Козловский Алексей, никнейм Нук, команда М19. Но мы вот буквально только что выиграли в ЦГ. Ощущения, конечно, просто супер. Это, пожалуй, самый большой чемпионат, который мы только выигрывали. Было сложно. ВЦГ, в общем, понравилось. Только было одно «но». У нас было шестеро в одном двухместном номере. И четверым пришлось спать на полу. А так все супер. Еда супер. Организация супер. С правилами на этот раз было намного лучше все, чем в прошлом году. Вот парни сидят, канадцы, которые заняли второе место. Тоже, в принципе, довольны своим результатом они. Вот видишь рожу, да? Вот она сейчас сидит трезвая. А вот она, видишь, вот это не обкуренная. А скоро это все изменится. А еще вот там много классных теток. Вот я верю, что сейчас после церемонии награждения дадут выбрать одну. Каждому два раза. И под юбкой они, там нет трусиков. Да-да. Вот ты думаешь, у них есть что-нибудь под платьем? По-моему, нет ничего. Ну, не дал, это национальный костюм, раньше не носили нижнего белья. То есть там третий подол... Милые дырочки. Да-да, третий подол, а под ним счастье. Вот так. А, все? Спасибо. Давай. Привет! Как дела? Нормально. Я научил отец. Name. Ivanildo, from Portugal. Portugal. Nice. Мы вообще без выключенной камеры. Это самое лучшее. Да? Прекрасно, прекрасные молодые парни. Особенно мне понравилось присутствовать вечером на их тренировочной зале, где они тренировались, да они даже выключили свет для того, чтобы было лучше играть. Тяжелое дыхание массы молодых парней, которые побивали кока-колу и тренировались. Это было круто. Все равно как в мужском монастыре побывать, где все монахи юные и прекрасные. Откуда вы приехали? Из города Москва. А где вы работаете? На канале НТВ. Ух ты, спасибо. Украина, you did a great job. Can you introduce yourself? I'm Cambis, you did a great job. Надо кого-то поприветствовать? Ну что ж, тогда всех приветствую. И скорее в прямом эфире специально для Green Jack'а Napalm. Вы все меня знаете, а может и не знаете, но это уже мелочи какие-то. Короче говоря, сегодня мы присутствуем на отвальной вечеринке, уже на последней, в деревне игроков. Вот. Здесь собрались все команды сейчас. Потихонечку начинают пить. Думаю, что к концу уже будет совсем весело. Вот. Мы с собой захватили водочки, сейчас будем угощать америкосов. Короче, все будет нормально. А через уже какие-то там 10 часов стальная птица понесет нас на родину. Пожелайте нам счастливой, хорошей посадки, чтобы не трясло. Скоро будем с вами. Все. Да, да. Меня зовут Игорь. Никнейм Пако. Играю за ХРХСБ. Первое место в Украине. Итак, перейдем к ВЦГ. Очень-очень грамотно организованное соревнование. И очень много сильных соперников. Я считаю, что мы выступили довольно-таки достойно. Мы должны были выходить из группы, но некоторые технические проблемы... Ладно, не будем обращать на это внимание. В общем, я считаю, что это начало наших выступлений на мировом уровне. И... И, конечно же, хочу передать привет Украине. Я хочу отметить, что у большинства команд, иностранных команд, то есть буржуев, у них очень-очень хорошая тренировочная база. И у них очень хороший интернет. Это дает возможность им хорошо тренироваться и играть на клан-бейс и поднимать свой скилл. Жалко, что в Украине нет такого. Хочу пожелать удачи всем украинским командам на следующем ВЦГ. Это действительно
реально круто, ребята. Попробуйте приехать сюда и посмотреть все сами. Привет, меня зовут Дима. Я играю в Counter-Strike уже 3 года. Но я думаю, что ВЦГ очень замечательная штука. Но мы проиграли из-за своей скиллы, потому что в Украине нет интернета. Все, что я могу сказать. Я в ОГГ Нирвана с города Симферополя. Ну, на ВЦГ мне понравилось, так как я первый раз. Здесь очень классно. Ну, просто супер. Ну, все в принципе. А так все cool. Bye.